Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе приготовим вот такой десерт. Готовим песочное тесто. На коврик высыпаем муку, сахар и ванильный сахар. Все это хорошо перемешиваем. Добавляем сливочное масло и превращаем в крошку. Далее добавляем сметану, яйца и соль. И вымешиваем тесто. Как тесто собирается в комок, убираем в пакет и отправляем в морозильник на полчаса. Достали тесто, раскатываем. Тесто раскатали, кладем в форму. Отправляем тесто в морозилку на 1 час. Для начинки нам понадобится сыр рикотта, сахар, крахмал, яйца и ванильный сахар. Все это соединяем вместе. И взбиваем блендером. Начинка готова. Достали тесто, наливаем начинку и отправляем в духовку запекаться.
Запекаем при температуре 160 градусов 1 час. Наш десерт готов. Оставляем в духовке, чтобы остыл. А потом убираем в холодильник на несколько часов. Достали десерт из холодильника, украсили ягодами. Перед подачей поливаем ягодным соусом. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!